После матча «Виток», Владислав Ефремов, ваш комментарий по матчу? Ну, потрепали нервы. Себе и болельщикам очень много удалений, что и большинства много было, и меньшинства. В целом, в дальнейшем нужно это все исключать и играть более надежно, более строго. А что же тогда ключевым стало? Почему нервы-то потрепали? Нефтехимик добавил или мы расслабились? Да, тяжело сказать. Может, где-то нефтехимик добавил, где-то мы расслабились. Вот. Удаления тоже такие нелепые, глупые. Где-то клюшку не контролировали, где-то там просто не повезло. Что, сделаем выводы, будем сильнее. Ну, как раз про удаление. Часто тренер говорит, лишние эмоции, где-то там торопится команда, да, перехлёстывает. А сегодня почему такие удаления происходили? Да вот не знаю, может быть, где-то концентрацию теряли на какой-то момент, расслаблялись. Где-то соперник, может, здорово играл. Тут тяжело, тут много факторов, да, как бы просто нужно принять факт, что удалялись много, и нужно сделать выводы, и дальше это было исключать. Сегодня у наших парней, у Александра Комарова и Матвея Бабенко, и дебютные голы, и насколько все-таки это приятно, что еще два молодых в одном матче, и так все забили, еще да, очень важные. Да вообще очень здорово, на самом деле, я поздравляю ребят, это классное ощущение, особенно еще на родной арене, здорово, это круто, на самом деле.